итоговые сочинения, кружки, уроки в школе, домашние задания, подготовка к ЕГЭ или к выпускным экзаменам, прогулки с друзьями. Я сейчас как Оксимирон зачитаю. И это лишь не полный список твоих дел, которые у тебя начинаются с 8 класса и по самый 11 класс. Как с этим всем справляться? Сейчас расскажу. На самом деле я тоже занимаюсь большим количеством дел. Я и преподаю в университете, и веду онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ, и курирую образовательные проекты от Самарского университета, в котором работаю, и являюсь ведущим преподавателем научной смены в МДЦ «Артек» в партнерстве с «Роснано». Как я все успеваю? Конечно, планируя свое время. Техник, про которые можно прочитать в интернете, просто огромное количество. Наверное, самая популярная техника, для планирования времени, как ее называют, это техника помидору, ну или там техника томатов, техника помидор. В чем ее смысл? Ты берешь и разбиваешь свой а, распорядок дня на отрезки, да, то есть берешь, например, отрезок час, 45 минут ты концентрируешься на, например, домашке, ну что-то делаешь полезное, 15 минут отдыхаешь, берешь телефон в руки и начинаешь отвечать своим друзьям, ничего страшного, они там 20-15 минут твой ответ подождут. Ничего не случится. Но э, какие-то дела в 45 минут не укладываются. Отдохнуть 15 минут тоже не всегда круто, потому что тебе хочется, например, час-полтора погулять с друзьями, сходить в кино или что-то такое. Поэтому приходится делить уже свои, э, свой день на отрезки э, побольше, на разные отрезки. Там какие-то отрезки 45-15, какие-то отрезки 15, э, полтора часа, полчаса, то есть полтора часа делаешь что-то э, важное, полчаса отдыхаешь, ну и так далее. Отдыхать это тоже важно, об этом я сейчас скажу. Но на самом деле эта техника, она не помогает планировать время, она помогает концентрироваться на тех вещах, которые уже ты для себя распланировал как важные. То есть здесь упущено, упущен первый этап. Поэтому самое важное это распланировать свои дела на важные, на дела средней важности и на неважные дела. На самом деле это очень тяжело сначала, потому что, ну, вроде бы даже протереть пыль важно, но а, тебе нужно просто представить, как, какого результата ты хочешь добиться через год, да? И сразу понятно, какие дела важные. Ну, например, важные дела это школа, это домашнее задание, это подготовка к экзаменам, неважно выпускным или ЕГЭ. А, менее важные вещи – это какие-то твои увлечения, которым ты уже, наверное, давно занимаешься, никто у тебя их не отнимает, но к ним всегда можно вернуться потом, они будут ждать тебя с распростертыми объятиями. А, и Третье, неважное, это, ну, типа, протереть пыль на полке, да. Конечно, протирать пыль тоже важно, мы хотим жить в, в чистой квартире, чтобы нам было приятно, но все-таки, если сравнивать протереть пыль и там сделать домашку или подготовиться к ЕГЭ, что-то более важное в данный момент времени, ну, наверное, протереть пыль можно отложить на воскресенье и потратить в воскресенье выспавшимся э, или выспавшейся э, минут 10 своего времени. Вот, это очень важный нюанс. Дальше. Всегда в первую очередь делай дела, которые тебе кажутся, которые тебя бесят и которые наиболее трудоемкие. Потому что пока ты отдохнувший с утра, выспавшийся, надеюсь, выспавшийся, у тебя есть силы для того, чтобы начать какое-то серьезное дело, да, сесть и вдумчиво сделать домашку на каких-то онлайн курсах или домашку по школе или что-то там прочитать на завтра какой-нибудь конспект подготовиться если ты отложишь это на вечер когда ты уже уставшенький, то конечно тебе этим заниматься не захочется и заставить себя это делать намного сложнее поэтому сначала делаем более трудоемкие дела и которые тебя бесят а на вечер оставляем дела которые занимают меньше времени и которые возможно тебе нравятся потому что вечером когда ты уже уставший самый кайф заняться тем что тебе нравится? Например, пойти погулять с друзьями или поиграть в приставку или посмотреть любимый сериал. Что еще важно? Составлять себе расписание. Ну вот, к примеру, у меня столько важных дел, что я, честно, если буду пытаться их все запомнить, я сойду с ума. Я просто буду тратить ресурсы самого себя просто на, на то, чтобы запомнить, что мне нужно сделать. Поэтому я пользуюсь различными блокнотами, либо записываю туда, какие дела мне нужно сделать. Ну, например, мне вот очень нравится просто напоминание на айфоне. Классно, записываешь все, что нужно сделать. Вечером на следующий день смотришь, какие у тебя там дела запланированы, все распределяешь по слотам, помечаешь важные дела или средней важности, неважные, никак не помечаешь, потому что их можно, если что, перекинуть на послезавтра или вообще на конец недели. Кайф, у тебя распределено, все, ты знаешь, когда ты что делаешь, тебе не нужно это помнить, потому что ты всегда вот так открыл телефон или блокнот и посмотрел, ага, сегодня мне надо сделать вот это, точнее, сейчас мне надо сделать вот это, вот я это сделаю, а потом буду думать о том, что мне нужно сделать потом. Вот, все, ты не паришься, ты не запоминаешь, что тебе нужно сделать, потому что у тебя все записано. Значит, ты не забудешь никогда, что тебе нужно сделать. На моем курсе подготовки к ЕГЭ я своим ученикам составляю само расписание. Потому что в школе составлять расписание не учат. Это большая проблема, поэтому приходится помогать. На самом деле, это расписание ты можешь видеть сейчас на экране. Оно очень простое, а все на самом деле гениальное просто. Мы распределяем по дням, обязательно оставляя один день для отдыха от подготовки к ЕГЭ. Мы распределяем школу, распределяем домашние задания, распределяем вебинары, которые идут на курсе, и распределяем домашки к этим вебинарам. И у тебя сразу понятно, что в какой день ты делаешь. И ты не забываешь про них и не оставляешь все на последний момент, на момент дедлайна. Когда судорожно за час дедлайна ты начинаешь что-то делать, конечно, невдумчиво, то есть пользы в этом никакой нет, все делаешь вовремя, и это круто. Вообще, честно говоря, у меня складывается такое ощущение, что в школах пропагандируют то, что отдыхать не нужно. Отдыхать на самом деле нужно. Давай вспомним э, спортсменов, которые э, готовятся к Олимпиаде. Да? Олимпиада – это для них самое важное, что в их жизни есть для тебя одно из самых важных, что есть в жизни, как очень важный этап этой жизни, это, ну, какой-нибудь выпускной экзамен, потом ЕГЭ, ну, или ОГЭ, э, все зависит от э, того, в каком ты классе. Так вот, давай вспомним этих спортсменов. Они все 4 года, да, Олимпиада у нас каждые 4 года, они все 4 года э, делают так, чтобы к Олимпиаде подойти в максимальной своей форме. Они не выматывают себя, они специально делают так, чтобы в момент Олимпиады быть, ну, просто в лучших своих кондициях. Если ты будешь весь год сидеть над учебниками, не будешь отдыхать, не будешь расслабляться, не будешь выплескивать этот негатив, который от учебы, конечно, возникает, потому что это сложно, то ты к экзамену подойдешь в состоянии выжатого лимона. Как ты думаешь, покажешь ли ты лучший результат, на который способен или способна? Нет, конечно. Ты покажешь результат, ну, какой-нибудь средненький. А если ты весь год будешь по своему плану готовиться, по своему расписанию, заниматься всеми своими делами. При этом, находя время для отдыха, ты к экзамену подойдешь в своих лучших кондициях. Поэтому всегда помни про спортсменов, которые готовятся в Олимпиаде отдыхать это очень важно. Если тебе нравится такой подход твоего преподавателя по подготовке к ЕГЭ, то у меня 6 ноября стартует интенсив абсолютно бесплатный, он будет по углеводородам, по основным реакциям, которые нужно знать на ЕГЭ и по их способам получения. Ну и, конечно, какая-то вводная информация, обязательно поговорим про скелетные формулы. Приходи, ссылочка будет в описании, интенсив стартует 6 ноября, повторюсь, он абсолютно бесплатный. Цени свое время и учись отдыхать. До встречи!